Вот второй день нашего путешествия мы прибыли в город Халифакс. Это Новая Скотия, если говорить по-русскому. Вот. Ну, Новая Англия в переводе, как говорится. И это вот набережная, куда прибыл наш корабль. Вот здесь вот такие скульптуры стоят. Вот. Не знаю, что они означают. Короче говоря. Вот так вот. Это второй день нашего путешествия. Вчера мы были в Бар-Харбор. Это штат Мейн. Самый восточный штат Америки. Вот. Это вот такой скверик на набережной возле морвокзала, скажем так. Это вот здесь вот какие-то офисные здания. Там океан. Ну, пока-пока. Ну, вот еще один мемориал здесь. Вот. Все по-английски написано. Короче говоря, это мемориал в честь 57-й годовщины, когда погибла Квин Элизабет II, и 1100 лет канадскому морскому флоту. Это Квин Элизабет, это вот который Титаник, она вот здесь где-то погибла рядом, близко. Поэтому здесь в Халифаксе есть кладбище, где они все похоронены. Вот. Это здесь вот так вот инвалид зарабатывает, подрабатывает. Это просто набережная, люди сидят там. Отдыхают. Это океан. Это мы направляемся в даунтаун. Даунтаун – это центральная часть города. А это порт. Здесь где-то старинная крепость есть. Так называемый форт. Потому что это портовый город. Край Канады. Вот. Который hop-on, hop-off город Халифакс. По-английски Новая Скотия, по-русски Новая Скотия, в переводе Новая Канада. Новая Англия. Едем не по набережной, а в последующие улицы. Параллельно заливу. Старинные дома есть. Видите, старинные дома. И вот современные, это вообще строится. When the Queen comes to town, she stays there. She actually did stay there last in 2010. She came to celebrate the 5th anniversary of the Canadian Navy. We'll get a front entrance view of the house when we come around the corner here in Golden Barrington Street. I mentioned those blue oval plaques, and we're going to see quite a few of those as we make this corner here on Demora Street. Вон красные балкончики какие. Симпатичные. Halifax has a lot of narrow streets and has a lot of hilly streets. Drivers like you do a great job in old buses. А это старинные домики.
и у всех потом ящички с цветами, чтобы было красиво. Converted those into in-space as well, so they're not only able to help the business, they also maintain the historic look and feel of that half of city block. This is bank offices, government offices, business offices. City Hall is further on down on the north side of the street. This is the southern end of Barrington Street. A lot of the buildings on the left-hand side are associated with the engineering faculty of Dalhousie University, our largest university in Nova Scotia, as a matter of fact. I mentioned you'd see the front entrance at Government House. You can look over now on your right-hand side. There you go, beautiful sandstone building. Again, 1805. Usually they have a few barracks positioned there. Only one of those settlers perished on the voyage, which is pretty remarkable. Это вот кладбище, где с Титаника погибшие похоронены. Прям в самой центральной части города. Напротив огромного собора. Now we're coming up to stop number four, which is St. Mary's Basilica. This is the home of the Catholic faith here in Halifax. If you want to get out and see what everything that the Basilica has to offer, as well as put a spring garden room, by all means. You go in the middle of the gardens on the right-hand side. Every Sunday night they have free band concerts there. And this last couple of years they've actually projected some movies on screens here. So Friday night will come down. Somebody had some good planning in mind when they did that. Там скейтборд парк. Раз напротив госпиталя. Это он так шутит. Это госпиталь. Там госпиталь, здесь хай-скул. Школа для старшеклассников. Это новое строительство. I mentioned a little earlier that one of the reasons Cornwallis в центре города высотные дома, у них квартиры бывают достаточно дорогие. Какая интересная панорама тут отсюда открывается. For most of us who live in Halifax, the best thing about Citadel Hill is the view, and we're going to see that as we start our climb here. Вот. Anytime we have visitors from out of town come in, especially if they haven't been to Halifax, we bring them down here. It's a really good look at the city. See how some of the older buildings here on Brunswick Street kind of meld into some of the newer ones. You can also see the harbor, and across the harbor is our sister city of Dartmouth, and that's connected via Halifax by two bridges and a ferry system. Coming up on your right-hand side is the old Halifax clock, from the younger iconic symbol of Halifax on the town clock. If you go online and look up Halifax, you'll probably see a picture of the clock. It was established in 1803, and it was commissioned by Edward Duke of Mantua, Victoria's father. He was stationed here in other parts of Canada, and it was said he liked to make sure that the troops that were down in the alehouses on Brunswick Street could look up and know what time they had to get back on duty. Now we're coming through just as the noon gun has already gone off. Every noon hour they fire the gun. If we were coming up a little bit early, they would have stopped our buses here. We would have got off and taken a look up. We just missed it by 15 minutes. So this is Citadel Hill. This is a National Historic Site. If you want to get off here and take a look, by all means do so. Just remember to bring everything that you have with you when you leave the bus. We will also stay here for a few minutes if you want to get off the bus and take a quick picture. It's a great spot to do that. Just get back on. And again, buses are running around a half an hour apart. Это отсюда открывается панорамный вид вокруг. Здесь живет рабочий класс. Lots of new bars and pubs and restaurants and bakeries. Our next stop, in fact, is at the Compass Distillery. They make some great tequila and they make good vodka and all kinds of other good stuff. Also straight ahead on the right-hand side is going to be Smith's Bakeries. One of my favorite bakeries. They make the best lemon pound cake birthday cake in the world. So if it's your birthday today, I suggest you get off, eat some cake, drink some booze, and celebrate. It's a perfect spot to do it. Вот здесь северная часть города живет рабочий класс. Ну видно домики попроще, но по крайней мере каждая семья живет в отдельном доме. Они живут просто в квартире в больших домах. By all means, do so.
Здесь очень важно жить в собственном доме, точно так же, как в Америке. Видите, маленькие садики на крыше, там кафе на крыше. Вот внизу у него бизнес, там же он живет на втором, бизнес типа кафе, и на втором этаже на крыше он сделал столики со стульями для посетителей. Ну, так зарабатывают. Хотят быть независимыми, а не так, чтобы жить в большом доме, там с лифтами, с соседями, чтобы над головой у тебя кто-то ходил, а ты ходил по голове у кого-то, чтобы за стенкой не шумели, и так далее, и так далее. Ну, пока. Сейчас обратила внимание, что домики там стоят, вон вдоль. Они сами по конструкции одинаковые, но они, видите, покрашены в разные цвета, чтобы как-то разнообразить стиль улицы и вообще вид улицы. И чтобы каждый случайно, как в фильме с легким паром, не попал вместо своего дома в чужой дом, чтобы запомнил, в каком доме он живет, красным, желтым или синим. Ну ладно, пока.